Профессия полицейского сопряжена с постоянными физическими и психическими нагрузками. Полна опасности и риска, говорит помощник начальника отдела МВД России по городу Анапа, подполковник внутренней службы Сергей Лемешкин. Когда произносит слово «полиция», подразумевается прежде всего борьба с преступностью. Ловить преступников – это лишь часть полицейской деятельности. Но есть и другая, не менее трудная и не менее важная задача – предотвращать преступления. Главное преимущество – быть нужным людям, помогать и защищать их. Для тех, кто решил пойти в службу полиции, быть защитником правопорядка – необходимо профессиональное юридическое образование. Сергей Алексеевич назвал вузы системы МВД. Краснодарский университет МВД в городе Краснодаре, его филиал в городе Новороссийске, Ростовский юридический институт, город Ростов, Волгоградская академия МВД. Это вот учебное заведение Юга России. Опытом своей работы с ребятами поделился в прошлом начальник УВД по городу-курорту Анапа, ныне член общественного совета при отделе МВД России по городу Анапа Петр Тукбаев. Он отметил, кто-то выбирает эту профессию сразу после окончания школы, а кто-то уже в процессе полного взросления и становления личности. Самое интересное, я никогда не хотел служить в милиции. Парадокс. И в жизни, кстати, часто так бывает. Человек в процессе взросления, мужания, проходит время, и осознаешь, что-то в обществе меняется, и люди приходят на службу в органы внутренних дел. Стражи правопорядка отметили, те, кто решили поступать в учебные заведения системы МВД, должны позаботиться об этом уже сейчас. Нужно обратиться в отдел МВД России по городу Анапа в кадровое подразделение, где абитуриенту предоставят полную информацию для поступления, подготовят необходимые документы. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа регион.